Будем рады наконец-таки услышать от SEO-компании эксклюзивное интервью для того, чтобы услышать, что ответит президент компании на наши вопросы. Мы их составили заранее. Я рада, что лидеры компании и Ладо предоставляют нам такую шикарную возможность встретиться, обсудить те вопросы, которые интересуют каждого криптоэнтузиаста, тех людей, которые действительно являются, ну, наверное, двигателями прогресса, не побоюсь таких громких слов. И, соответственно, желание двигать такие проекты, ну, наверное, зарождается на самом старте и даже до того, как проект стартует. А попасть в такой проект до старта, наверное, это случается раз в жизни. Когда случаются такие возможности, когда они появляются в жизни, каждый здравомыслящий человек рассматривает как подарок судьбы. Так. Ладо, приветствуем вас, всем лидерским составом. Мы искренне вам благодарны за то, что вы решили ответить на наши вопросы. Вот, мы все на связи и готовы, собственно говоря, эти вопросы вам задать. А вот, и я, наверное, начну, да, мы приступим к нашим вопросам. Вот, и самым первым, ну, которые интересуют каждого профессионала. Ладо, расскажите нам, пожалуйста, отчетливая дорожная карта, перечень продуктов и ориентировочные даты. Можете нам озвучить по секрету? Когда они будут предоставлены? До предстарта или уже на предстарте? Или когда мы объявим уже старт кампании? Смотрите, здесь немножко так предысторию, которую не все знают. Изначально я не предусматривал конфликт между мной и моими бывшими партнерами, с которыми мы делали вместе «Форсаж». И над этим, над «Форс» я работал достаточно долго. А когда внезапно случился конфликт, и заставил меня сделать «Хардфорк», две новые программы, которые, в общем-то, являются оптимизированной, улучшенной версией. Это не копия, это уникальная, новый код, написанный с нуля, который мы запускаем раньше. Он будет немножко быстрее, и вот первая из программ уже будет буквально... Если сейчас все тесты проверят, что все состояние нормально, то в начале мая мы уже откроем для всех. Отлично. Вот вы... Да, это на это самом... будет самая ранняя программа, потом следующая программа примерно через две недели. И если все пойдет нормально, то в самом начале июня будет запуск основной программы с запуском монеты. И, ну, это потрясающе. Тем, что готовилось целый год. Да, это потрясающие новости. Вот. И я перехожу к следующим вопросам. Можете нам так, хотя бы намеком приблизительно описать те продукты, которые нас ожидают в компании? Потому что для многих людей сфера криптовалюты, да, сфера блокчейн и IT-технологий, ну, немножко новая сфера. Вот, и они немножко путаются между, скажем так, ну, понятиями. Мы это предусматриваем, да. Вот, именно, чтобы они понимали, что такое продукт в компании. Да, это, в общем-то, учитывается, потому что мы в «Форсаж» еще привыкли, что большинство людей, которые приходят, они вообще ничего никогда не знали до этого. То есть мы вовлекали людей в криптовалютный мир и настроены продолжать это делать уже в более широком смысле, потому что у нас будет своя метавселенная, у нас будет агрегатор NFT, у нас будут игры play to earn, то есть зарабатывая, играя. И «Форсаж» будет частью этой самой метавселенной. Все, что касается основной программы, к ней будут привязаны как раз продукты именно метавселенной, продукты криптовалютного мира, вот этого глобального. А также будет мерч, физические продукты. Вот. А что касается программ, которые я называю пока что как «Хардфорк Форсаж», там будут инструменты интернет-маркетинга. Это будет и академия, то есть там будут различные курсы. В академии предусматриваются курсы, ну, естественно, есть базовые, которые просто даются всем, а есть те, которые открываются с определенных уровней.
и которые в том числе должны быть интересны человеку, который вообще не вовлечен в нашу тему в целом, но может заинтересоваться курсом. Другие инструменты – это все, что необходимо для того, чтобы в интернете развивать любой бизнес. Это и воронки продаж, для создания воронки продаж все, для создания лендинг-пейдж и так далее, так далее. Вот все, что в этой области, это создается как раз под эти две программы. Classic, который вот уже скоро будет, а также программа Boost. Угу. Ну и мы, наверное, теперь подходим к самому такому животрепещущему вопросу, который волнует каждого криптоэнтузиаста. Открытый исходный код. Открытый или закрытый? Аудит от кого и когда? Вот это, конечно, интересный вопрос. В смысле, интересно, что это для вас самое важное. Вы говорите, что прям вот всех больше всего это волнует. А тут у нас история какая? У нас же самый первый смарт-контракт, он был, конечно, открытый полностью, там без всяких вопросов. Следующий смарт-контракт, у нас, по крайней мере, обсуждалось так, что мы его закроем на некоторое время. Это вот программа X-Gold была, Форсаж, еще в октябре. Но тогда мы думали это по той причине, что было очень много копий нас. Мы просто уже устали отрицать, что нет, это не мы, нет, это не мы. Нет, все время опровержение. Там кто-то выдавал нас за наших партнеров и так далее. В общем, было очень много всего. И поэтому мы решили закрыть на какое-то время, но при этом с готовностью, что в любой момент, если будет запрос со стороны сообщества, что так не годится, то мы на это, конечно же, отреагируем сразу. Потому что, но в то же время обсудив, предложив, что вот смотрите, у нас на чаше весов нас будут скопировать, и насколько для нас это, для нашего бизнеса хорошо, или мы хотим открыть. Вот. И, в общем-то, так как-то вышло, что почему-то никто не на этот вопрос вообще не поднял. Что-то пару раз задавался вопрос в чате, отвечали, и все. И вроде как запроса не было. Он возник буквально недавно, когда у нас произошел раскол, и я напомнил, что вообще-то там, если они способны сделать что-то, чего я от них раньше не ожидал, то теперь возникает и насчет этого вопрос. Я им предложил открыть смарт-контракт. Очень многие у нас стали запрашивать. К сожалению, они так его не открыли. Вот и понятно, что сейчас вот это вот, когда идет сравнение, для нас политика того, что нам нужно открыть. Кроме того, нам нужно показать, что мы действительно сделали не копии вот эти вот две программы, классики и Boost, это не копии, которые мы подправили, там что-то изменили, что-то сделали. Это полностью с нуля написанный код. И поэтому первые две программы будут открыты в любом случае. Что касается основной программы, у нас изначально было по плану, что на период IDO мы его оставим закрытым, потом посмотрим на реакцию сообщества, опять же, если будет запрос, то открывать. Но вот буквально сегодня я посмотрел вот это вот интересное предложение по поводу защиты авторских прав, которое вы, Галина, мне как раз, точнее, вы ее упомянули. Я запросил у помощника своего, он мне показал, и мне это заинтересовало. В общем-то, я понял, как механизм этот работает, и, в общем-то, я сегодня задумался, что, может быть, это было бы лучше для всех. Ну, я рада, что моя команда помогла найти решение такого животрепещущего достаточно вопроса, потому что у меня действительно в команде очень большое количество криптоэнтузиастов, технических специалистов, ну и многих других, да. И дата IDO, вот следующий вопрос у нас. То есть, когда приблизительно назначена дата IDO? Дата IDO – это, собственно, это, собственно, старт основной программы Force. Потому что единственный способ получения монет на этапе IDO – это будет именно вовлечение в маркетинг. Соответственно, как пассивные, так и активные участники будут в это вовлекаться, потому что другого способа не будет вообще. На период IDO, кто хочет без маркетинга, ему придется подождать, когда закончится IDO и будет выход на открытый рынок. Отлично. Вот, соответственно, мы рассчитываем, что это будет в начале. Можете нам сказать, вот
такой тонкий очередной вопрос, особенности, функциональные решения технические. Что же отличает наше IDO, наш проект от всех остальных? Что, какие инструменты, рычаги будут применять? Самое важное в любом IDO то, что это именно децентрализованное полностью решение. И этому принципу мы следуем. То есть основные моменты, которые должны быть соблюдены, у нас есть. Но я, вот по крайней мере, не слышал, поправьте меня, если я ошибаюсь, что никто еще не проводил IDO именно через такой маркетинг, когда люди должны войти в маркетинг и через него получить доступ к монете. Других доступов не будет. Вот. Но здесь в то же время точно так же управление децентрализовано, потому что все алгоритмы, которые заложены изначально в смарт-контракт, только по ним могут быть действия, ни по каким другим. И, конечно же, пул ликвидности обязательно будут монеты, то есть люди будут заходить через BUSD. У нас будет два пула, два смарт-контракта. Один то, что люди заходят через непосредственно то, что через прокручивается через маркетинг, заходят деньги, эти средства пойдут на создание метавселенной. А другой фонд, то, что люди напрямую покупают монеты, уже заходя в маркетинг, это будет отправляться в пул ликвидности. Угу. Так, а вот ликвидность... И это естественно, открытые смарт-контракты. Здесь вопрос. Угу. Ну, кроме очевидной ликвидности токена, еще какие-то инструменты будут применены для закрепления, да, вот мои лидеры спрашивали. То есть инструменты для закрепления рычаги, чего? Так, прям вот текстом зачитаю, как ребята мне переслали. Какие инструменты и рычаги будут применены для закрепления токена, кроме очевидной ликвидности за счет маркетинга? Понял, я просто про самое IDO начал говорить. Да, да. Что касается монеты, то у нас будет достаточно много рычагов. Во-первых, у нас ограниченная эмиссия, то есть задач, на которые немножечко с запасом берется количество монет. И как только каждая из задач будет решена, остаток сжигается. Вот, это что касается ограниченного предложения. Это монеты необходимы для того, чтобы участвовать во всех маркетингах, которые мы будем во все активно раскручивать. Соответственно, уже на одно только это будет уходить значительная часть. У нас будет постоянное пополнение продуктов, и мы работаем над привлечением людей, которые вне маркетинга. То есть вот это важный момент, который на самом деле для долгосрочного как раз-таки развития, чтобы интерес был не только со стороны тех, кто хочет в маркетинге участвовать. Вот это зачастую сетевой маркетинг, за что его некоторые называют пирамидой, хотя это не совсем пирамида, не совсем верно. В какой-то степени это превращается в пузырь, если люди интересуются продуктом только с точки зрения того, что им для маркетинга нужно, вот им для этого нужно, а так, по сути, сам продукт им не интересен. Поэтому в этом направлении мы тоже развиваемся. Кроме того, мы будем использовать уникальный стейкинг, который, помимо того, что у нас, конечно, обычный стейкинг тоже будет присутствовать, потому что монета будет выходить на DEX, соответственно, это нужно использовать тоже для этого. Но основной стейкинг у нас будет совсем другой, и вот это пока секрет. Понимаю. Потому что мы хотим самым первым использовать, потому что я уверен, что кто-то начнет это копировать идеи. Когда и какой первый продукт, Ладо? То есть приоткройте для нас завесу тайны. Когда и какой первый? Это очень сложный вопрос, потому что у нас идет сейчас одновременная разработка большого количества. И мы понимаем, что на первой паре будет примерно 10% всего этого объема реализовано, но это уже достаточно много будет. И понятно, что... точно можно говорить про запуск метавселенной, который ожидается где-то к концу лета. Продукт, который будет в ней продаваться, он появится немножко позже. То есть сама академия для участников будет уже в мае.
Бонусы для участников Форсаж ДТЮ. Те, кто со мной куда-то вовлекся, я, если чувствую за кого-то ответственность, то эту ответственность, я считаю, нужно до конца нести. И поэтому я очень долго... Вот это одна из тех вещей, на которую очень трудно было найти, как решение создать. И, по-моему, решение хорошее было найдено. То есть мы дали людям ввести свои данные через бот для того, чтобы они смогли войти именно в программы, которые я называю хардфорком «Форсаж». Это тоже классические матрицы, но построены, ну, оптимизированные, улучшенные, они будут только на одном блокчейне, то есть не будет вот этого распыления по разным блокчейнам, повторения одних и тех же программ. И при этом они берут только соответствующее количество уровней, то есть они, в общем-то, будут драйвером в каком-то смысле для начала роста, и у них появится возможность одними из первыми войти в программу Force. Но эта же возможность будет и у других участников, если они заходят в эти две программы до запуска Force. Потому что регистрация у нас единая. И, ну, это вообще вот дальше, после того, как мы все запустим, будет работать так, что человек может начать с любой из программ, и он уже зарегистрирован в системе, у него уже реферальная структура, она уже привязана ко всем остальным. Соответственно, на момент, когда мы запускаем основную программу Force, те, кто уже вошел в предыдущие две программы, они уже зарегистрированы. Соответственно, у них первенство входа будет. Что, ну, знаете, да, тут это нельзя сравнивать с тем, как те проекты, в которых вот нужно поскорее заскочить, а потом уже поздно. Потому что Force как раз полностью рассчитан именно на долгосрочную работу, что мы форсаж показали, что мы можем создавать бизнес, который работает долго. Единственный вот пробел в «Форсаж» — то, что в нем не хватало все-таки продукта, не хватало чего-то дополнительного, что наполняло его, потому что когда это крутится вокруг только тех, кто вовлечены в бизнес, это очень долго продвигать, проталкивать дальше, просто, не знаю, на уровне энергетики, я бы даже сказал, на уровне какой-то вовлеченности, моральный дух поддерживать очень трудно. Потому что чисто технически, чисто математически это можно продолжать бесконечно. В этом как бы преимущество именно таких программ. В отличие, поэтому я называю как раз вот те программы, которые мы выбираем. Я считаю, это антипирамидальные программы. Потому что люди, войдя в них, могут зарабатывать через год, через два, через десять. Нет такого, что вот поздно пришел и все. Но к чему я все это вел? К тому, что, конечно же, всегда, когда запуск, когда старт, в этот момент всегда ажиотаж обязательно. И это будет волна всегда, ну, по опыту нам известно, да, которую хорошо поймать, и которая может хороший толчок тебе придать. Поэтому, конечно, здесь есть преимущество быть среди первых. Тем не менее, не будут в потере те, кто придут позже. Вот. И еще среди бонусов для них, то, что для них выделится часть монет, в зависимости от того, сколько у них было уровней. То есть, на самом деле, там, чем больше человек сделал для нашего сообщества, тем, соответственно, больше он получает. И они будут раскрываться постепенно, то есть они заморожены. Не будет такого, что они поскорее будут все это сбывать. А как эти привилегии повлияют на остальных участников нового проекта? Ну, вот, собственно, я отвечал на этот вопрос, то что на самом они, деле... Никто не будет ущемлен, я правильно понимаю? На самом деле, я в первую очередь об этом думал, что, с одной стороны, нужно дать какие-то полноценные привилегии для людей, с другой стороны, нужно, чтобы они не нанесли ущерб проекту, в том числе для них же самих, потому что если нанесен ущерб, то какой смысл тебе в этих привилегиях? Поэтому это, в этом интерес всех, в том числе, ну вот я называю то, что те монеты, которые не получат, будут размораживаться постепенно, и к моменту, когда они разморозятся, я думаю, что они еще задумаются, потому что посмотрят на историю того, как монета развивается, потому что мы будем делать все для того, чтобы она... Ну как, если смотреть трезво, да, на ситуацию вообще,
понимаем, что рынки бывают разные, бывает бычий рынок, бывает флет, бывает медвежий рынок. Бычий — это когда растет, для тех, кто не понимает, медвежий — когда падает, флет — когда, ну, более-менее там ни вверх, ни вниз, там чуть-чуть так. И, конечно же, на медвежьем рынке, когда вниз все падает, падает, ну, просто почти все. И мы продумали очень много механизмов для того, чтобы даже на медвежьем рынке мы держались достаточно хорошо. На бычьем летели вверх, на Луну. Вот, поэтому я уверен, что даже когда будут приходить моменты разморозки, большинство участников не будут торопиться избавляться от монеты. Поэтому у нас сделано все, чтобы были крепкие держатели. То есть смотрите, как обычно IDO проходит, да, когда люди так или иначе, когда выходят на рынок, это всегда резкий рывок вверх, потом падает вниз, и очень большая нестабильность вначале. У нас, когда выйдет на открытый рынок, монеты будут на руках у людей, которые вовлечены очень сильно в идею, они получали это постепенно, и они видят, как это дальше развивается, плюс в этот момент включится стейкинг уникальный, в котором все они будут заинтересованы. Отлично. Ну, и следующий вопрос. Ладо, насколько вы готовы к тесному сотрудничеству со всем комьюнити, ну, с лидерским, естественно, составом, или же часть функций основную возьмет на себя административный состав, который будет отлаженная система работы, чтобы была связь с комьюнити, потому что, ну, среди криптоэнтузиастов есть такая тема, как стараться улучшить проект, да, когда люди любят свой проект, они хотят сделать его лучше, они хотят сделать так, чтобы он процветал, совершенствовался, люди хотят слышать, чтобы их идеи принимались, воспринимались, обсуждались. Готовы ли вы к такому? Ну, я совершенно согласен с тем, что именно так надо подходить. Единственное, я сразу всегда предупреждаю, пожалуйста, не обижайтесь на меня, когда я не отвечаю на сообщения, когда там, не сразу успеваю что-то, потому что всегда работы очень много, но, тем не менее, будем создавать механизмы, чтобы у нас была связь всегда и была обратная связь, взаимодействие, совместное развитие, естественно. Именно в этом я заинтересован, я по опыту вижу, что это дает гораздо больше, именно долгосрочный подход. Отлично. Ну, а теперь коснемся такой тонкой темы, как маркетинг, продвижение на рынке, создание информационного поля. Есть ли у нас в компании маркетинговый отдел, да? То есть те механизмы, которые будут помогать формировать информационное поле на медийном пространстве. Соответственно, будут ли команды, которые обладают своими медиаресурсами, уже сформированными, к примеру, доступ, возможность, права транслировать в первую очередь, да, какие-то новостные моменты, формировать это инфополе. Как это будет организована работа вообще? Ну, это тема, которую стоит все-таки обсуждать непосредственно с теми, кто готов. То есть нужно посмотреть, насколько люди сами готовы со своей стороны в это включиться и быть на нашей стороне. То, конечно, мы в этом заинтересованы сами. Чтобы у нас были такие люди, которые в это вовлечены, которые поддерживают нас, и, соответственно, мы, конечно же, поддержим. Так, а вот изменения технические или, допустим, в стратегиях компании, будут ли обсуждаться со всем комьюнити, будут ли какие-то голосования, или такие вещи будут приниматься только руководством компании? Как это будет происходить? Потому что, в принципе, вся идея блокчейна и криптовалюта, она основана на децентрализации, на свободе, да, то есть мы не говорим о том, что здесь вот как сверху сказали, отдали распоряжение, только так и будет, потому что, ну, криптоэнтузиасты, народ свободный, вольный, и вот они хотят знать, то есть если это тем более блокчейн собственный будет, да, или смарт-контракт, неважно, как будут вноситься изменения, под каким рычагом, собственно говоря, управление это будет находиться? Смотрите, это для меня самая важная тема, именно децентрализация. Те, кто следил за вообще моими выступлениями в течение вот развития Форсажа и до него, подтвердят это, что децентрализация для меня это не просто, это не только идеология, конечно же, это идеология в том числе, но
Это что-то, в чем я сам заинтересован по той причине, что это, в этом кроется секрет успеха. Потому что именно децентрализованные механизмы, они гораздо более эффективны на длинной дистанции. Мы это видим постоянно. То есть вот то, на чем я разошелся с своими бывшими партнерами, по сути, пирамида – это централизованная система. Не будем вдаваться в подробности, но, в принципе, я по этому поводу уже высказывался, почему я так считаю. И оно, собственно, так и работает, что оно быстро сдувается. Любые централизованные действия, они сложнее гораздо, чем... То есть механизмы отдельно взятые, куски какие-то, может быть, лучше работают централизованно, но в целом система должна быть децентрализована. Поэтому все работает на смарт-контракт, то есть система смарт-контрактов, в которых заложен изначально алгоритм, и все новое, что будет носиться, это будут какие-то дополнения. Изначально задуманные вещи, они не подлежат изменению, кроме тех, что задуманы изначально в смарт-контракте и которые в том числе будут обсуждаться, например, что у нас касается, вот уже раскрываю сейчас немножко такие секреты, которые до сих пор не говорил, по поводу монеты, то, что у нас же будет на нашей монете все три маркетинга. Но когда мы стартуем, этой монеты еще не будет, когда мы стартуем с первыми программами. Соответственно, мы будем на BUSD, в смарт-контракте заложено, что смарт-контракт перейдет на, маркетинг перейдет на нашу монету и будет регулироваться через Oracle, то есть привязка будет все так же к ценам в долларах, ну или в стейблкоинах. А что касается основного маркетинга, к нему привязана монета, там другой маркетинг, которым можно позволить себе тот факт, что будет гулять курс. Соответственно, привязка будет в цене в нашей монете, а курс может меняться. Соответственно, сумма в долларах будет меняться. И учитывая то, что может быть движение слишком большое в какую-то сторону, у сообщества будет возможность поднимать этот вопрос. Ну, либо мы сами поднимаем этот вопрос, предлагаем на голосование. Давайте изменим цену, и будет предложение, в какую сторону изменять. И это будет тоже заложено все в смарт-контракт. То есть там маркетинг, который позволяет такие движения, в отличие от классического матрицы, в которой такие вещи нельзя сделать. Даже вот эти переходы там довольно сложно, но мы нашли механизмы. Это очень здорово на самом деле. А вот еще один вопрос касается информационной стратегии. То есть каким образом, в каком объеме, по каким параметрам будет осведомляться комьюнити о ходе выполнения дорожной карты, то есть движения по дорожной карте, да, то есть достижения, по сути, компании? Смотрите, для нас самое уязвимое пространство времени – это до запуска. Как только мы запускаемся, нам будет гораздо легче раскрывать всю информацию, потому что мы уже покажем на деле, что у нас есть, и о дальнейших шагах нам будет гораздо легче говорить. Поэтому в ближайшее время мы начнем раскрывать гораздо больше, чем до. Тем более, что, если честно, у самих дух захватывало от того, что создавали, и было немножко такое ощущение, неужели это возможно, неужели мы это можем делать. И сейчас могу сказать, что да, мы смогли сделать, в общем-то, невероятную систему, которую вот сейчас раскрываем. То есть осталось совсем чуть-чуть до первого запуска, после которого будет гораздо больше информации. Да, я понимаю, что томили очень долго, но мы реально вот это вот было нежелание говорить о тех вещах, которые вдруг не получится, не сделаются. Мы о них говорили и говорили, а их нет. А у нас столько хейтеров, столько... Вот этого... Столько страждущих, да? Столько вот этих боев, которые в последнее время были. Немножко приходится защищаться. Ну вот смотрите, каждый продукт, который выходит на рынок, неважно, физический или информационный, он требует правильного позиционирования, да? Согласен. А будет ли компания сама выбирать способ позиционирования или все-таки будет обсуждаться с комьюнити? То есть как комьюнити видит этот продукт? Как вы считаете? Мы обсуждали этот вопрос. То есть изначально у нас есть команда профессионалов, которые разрабатывают. Но вообще вынести на открытое обсуждение – это
задача, которую мы поставили, но вот вопрос, а как это сделать? Потому что помимо того, что дать людям свободу выбирать, нужно, чтобы люди в этом разбирались. То есть в каждом вопросе нужно дать людям какие-то задатки понимания того, что обсуждается. Это, в принципе, да. Это можно, но надо понять, как. Я думаю, что вы дали такую прям задачу сразу моим лидерам. Я думаю, что сейчас многие из них просто воодушевились этой задачей. Сейчас вам посыпятся решения. Я на 1000000% в этом уверена. Вот. Сегодня мы получили вообще потрясающие ответы. И я думаю, что сейчас вот ребята, мои лидеры, моя команда очень хотели вам задать вопросы еще дополнительно. Здравствуйте, Ладо. Снова пересеклись, но я хочу небольшую предысторию. С вами, Ладо, я познакомился чуть позже, чем с вашей мамой. Фандария, здравствуйте. Я очень рад, что вы здесь с нами в беседе. Именно вы вышли на меня тогда перед стартом «Форсажа». И мы с вами очень мило побеседовали, и вы приглашали меня к участию в проекте «Ладо». Ладо, да, надеюсь, вы меня узнали. Вопрос такой. Да, «Форсажа» там звездили очень хорошо. Вот такой вопрос. Знает ли и насколько заряжена Европа, Америка о старте этого проекта? То есть вот знает ли Европа, Америка, как они вообще готовы с нами? Или мы только в России сейчас речь идем? Ну, вы знаете, вообще изначально «Форсаж» так получилось, что я больше работал с международной аудиторией, чем с российской. Вот. Да, у нас очень много стран, и мы сейчас готовим стратегию постепенно на 25 языков самых важных в мире. Вот. Я могу сказать, что сейчас в звонке находится один из лидеров Испании, поэтому я думаю, что он как раз это тоже услышал, что... По-русски понимает. У нас испанский язык, конечно же, один из самых приоритетнейших, потому что помимо Испании, это, естественно, Латинская Америка. На русском и на английском вы можете прямо сейчас на английском поговорить свободно. То есть, Лаврис, я думаю, что это потом в будущем. То есть, вот один из первых. Вообще, слово «первый» мне очень нравится. Да? И Ладо, когда выходил со своим «Форсажем» в рынок, он тоже был первым. Я все помню, как это было. Все помню. И кабинет сохранился, все хорошо. Поэтому мой вопрос вот именно о привлечении Европы и Америки и Азии я услышал, понял. Спасибо, ребята.